Из-за обильных ливневых дождей на территории Хабецкого муниципального района произошел большой сход селевых потоков. Затоплены частные домовладения, сельскохозяйственные посевы и дороги. В связи с этим в двух населенных пунктах Беслине и Инжичишко введен режим ЧС. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова на место подтоплений выехала рабочая группа. Проведено комиссионное обследование жилых домовладений, автодорог и участков сельскохозяйственных посевов с оценкой ущерба. Уже начались работы по откачке воды с подтопленных подворий специализированной техники. Также принято решение провести расчистку водоотводных каналов для беспрепятственного сброса воды в период осадков, доукрепить берегоукрепительную дамбу в районе захоронения в ауле Беслиней, оказать необходимую помощь в обеспечении продуктами питания и предметами первой необходимости многодетным семьям, инвалидам, семьям участников СВО. На автодорогах Беслине-Инжичишко и Беслине-Кызылтогай произвести расчистку мостовых переходов, заваленных и разрушенных в результате грязеселевых потоков, произвести восстановление разрушенного дорожного полотна. По оценке специалистов, пострадало более 100 участков и 20 домовладений. Вода начала приходить примерно с 12 ночи. И мы до 3-4 утра стояли на улице, ничего не могли делать. Вот как видите, все затопило. У некоторых в дома зашли, у некоторых, вот как видите. Это сейчас она ушла, вода? Да, это больше? Сейчас она ушла. Вот видите, там вот эта отметочка, вот там. Вода вот до туда была. И ушла потихонечку. Вот видите, экскаватор копает, там уже так не заходит, потихонечку вода отходит. Объем воды был, ну, очень большой, практически как река Малозеленчук. И вся эта вода, естественно, хлынула в населенные пункты. И водоотводные каналы, они не способны, у них нет такой пропускной способности. Комиссия провела по домовой обход, и по заключению пострадавшим будет оказана помощь.